участвуют лошади двух лет верховых пород. Год скачку со старта возглавил второй номер Май Огонек, далее Кокетка и тот же Стивен Чара. Майя Кокетка и Стивен Чара – лидеры нашей 10-й скачки. В скачке участвуют 6 лошадей. Лидер отрывается от остальных участников скачки по противоположной прямой. Участники растянулись по дистанции. Вот происходит смена лидера. Скакать участникам всего лишь один круг, и сейчас состоится финишная прямая. На финишную прямую выходят участники 10-й скачки. Я попытаюсь. И сейчас мы увидим победителя скачки Дюртюлинская весна. Стивен Чара. Номер. Стивен Чара, 4-й номер, выигрывает в цветном жокее первой категории Александр Лекандров. Далее финиширует Кокетка. 52. Огонек. 452. В упорной борьбе. В упорной борьбе. 8-й номер. Силамир и седьмой номер. Красивый Джон. И ждем последнего участника скачки. Так, 452, 871.